После годового ожидания поклонники Кванчата Детуа наконец получили хорошую новость. Интернет-платформа Netflix официально объявила о новом проекте актера. На этот раз ему предстоит спасти мир. Интернет-платформа Netflix объявляет о новом сериале «История подводной лодки», главную роль в котором сыграет Кванчат Лету. Режиссер Талгат Парачилик. Автор сценария Джейсон Джош, известный по сериалам «Защитник», «Атие», «В ночь», также в сценарной группе Атасай Коч, Джансу Чабан, Сами Бират Парачлы. Производство компании OGM Pictures. Это история инструктора по дайвингу и морского биолога Армана, который готовится принять участие в исследовательской экспедиции на подводной лодке. Однако эта лодка становится убежищем для команды после того, как Землю поразит стихийное бедствие. Арман и его команда понимают, что миссия подводной лодки совсем не исследовательская. Они пытаются спасти себя, но, может быть, им предстоит спасти нечто большее. Как сообщил режиссер проекта Талга Карачелик, для съемок сериала будут использованы спецэффекты и подводные съемки, которые раньше никогда не применялись в Турции. Специально для них создатели проекта пригласили специалистов, которые ранее работали в таких фильмах, как «Титаник», «Пираты Карибского моря» и «Идеальный штурм». Напомним, что исполнитель главной роли Кванчат Лету является профессиональным дайвером, так что сам будет исполнять все подводные трюки. Сериал «Кванчат Летуа» будет доступен на платформе Netflix уже в следующем году. Съемки проекта начнутся в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами! И не забывайте подписаться на наш канал.